С одной стороны, электросамокаты – это единственный способ быстрого передвижения по городу, но с другой стороны, это уж больно травмоопасно для всех участников движения. А мы сейчас узнаем у краснодарцев, что они думают по этому поводу. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к электросамокатам? Никак вообще. Мне они не мешают, не помогают. Они вам не мешают, как вы считаете? Можно было бы все-таки преуменьшить неудобства, которые они приносят? Или вот вообще вам спокойно все равно? Все равно. Не отношусь. Вы не катались на них? Нет, никак? Ни разу еще не каталась. Как вы считаете, это единственный адекватный способ передвигаться быстро по городу Краснодар? Нет, думаю, не единственный. Ну, что вы, как вы думаете, больше от них все-таки пользы или вреда? Ну, смотря кто катается. Как вы относитесь к электросамокатам? Я просто вами заинтересовалась. А вы считаете, что это прям очень удобно, очень классно? Разумеется. Вот если бы еще не было. А как вы считаете, это приносит все-таки какой-то вред для пешеходов, для водителей? Нет. Нормально, достаточно удобный способ передвижения. Правда, на нем ни разу не каталась еще. Но не приносят вам неудобства электросамокатчики, которые катаются просто везде и повсюду? На самом деле, выделить бы им отдельную линию, как, например, велосипедистам, и все, и проблема будет решена, я думаю. Вы не считаете, что это единственный адекватный способ быстрого передвижения по нашему городу с большим трафиком? Ну, думаю, один из. Почему бы нет? Велосипед, самокат – нормальная тема. Я, например, на велосипеде не умею кататься. Может, хотя бы на самокате смогла бы нормально прокатиться по городу, а так? Вполне хорошо отношусь. А вы не считаете, что это травмоопасно? Ну, вообще, да. Как бы у меня даже случай был, племянник разбился. Ну, как бы, да, травмоопасно. А как вы считаете, как можно сократить неудобства от электросамокатов? Как это можно все дело обезопасить? Я не знаю, наверное, как открыли, так и закрыть все это дело. А по-другому я не знаю, как его обезопасить. Молодежи уж нравится, они так и будут кататься, как катались. А мы ничего не сделаем. Нейтрально. Я как-то катался, ну как-то у меня так, чуть очково, короче. Ну а так, в целом, неплохо, но хотелось бы, чтобы на них садились люди, которые действительно умеют им управлять, потому что порой, ну, это социально, ну, как это опасно, то есть. Люди порой садятся, он не умеет, она не умеет, садятся, бьются в машины, сбивают людей. То есть, ну, я не знаю, правильно это или нет, вводить права. Наверное, это чуть тупняк какой-то, но я не знаю. Пусть человек проверяет навыки, прежде чем давать. А вы не считаете, что это единственный способ быстро передвигаться по нашему городу, в котором постоянно пробки? О, пробки – это вообще грыжа. Почему велосипед есть? Велосипед же. Велосипед, мопед. Да и это тоже, ну, я еще раз, просто вот, я как водитель, я вожу. Они отовсюду вот так вот, слева, справа, ну, то есть, просто хотелось бы попросить, уважаемые самокатчики, чуть-чуть поаккуратнее ездите, ну, следите за дорогой, потому что водитель, ну, не всегда на вас видит, не всегда в зеркало смотрит, а то плюх и все.